Я нахожусь в деревне Красный берег Гомельской области. А это памятник детям-жертвам Великой Отечественной войны. Именно здесь располагался один из крупнейших детских донорских концлагерей. Мемориал открывает скульптура девочки-подростка с поднятыми вверх руками. Сюда немцы привозили детей в возрасте от 8 до 14 лет. Мне кажется, порою, у них забирали кровь один раз, всю, до последней капли. И дети умирали. Так умерло около 2000 детей, а это гранитная река крови. Это парты, за которые никогда не сядут дети. Это мертвый класс. Мы замолкаем, глядя в небеса. Здесь есть доска. На ней письмо 15-летней девочки Кати Сусаниной, которая писала своему отцу. Письмо заканчивается словами: «Прощай, добрый папенька, ухожу умирать». Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место. А это карта Беларуси, где отмечены еще 16 концлагерей, в которых содержались дети. Это площадь Солнца. Один из лучей черного цвета. Это луч памяти и одновременно главный вход в мемориал. В центре бумажный кораблик. Такие дети обычно пускали по реке или по ручью после дождя. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда. А на парусах кораблика имена погибших детей. А превратились в белых журавлей. А рисунки детей символизируют их несбывшиеся мечты. Mm-hmm.
Я это место никогда не забуду, как и все белорусы. Это тоже цена победы. Thank you.